Мы впервые приехали вечером в Colonial Park. Тут машин просто, я как-то не ожидал. Кира попросилась, сейчас около 6 вечера, Кира попросилась в какой-нибудь парк, где есть детки. Но я предположил, что здесь должны быть, но не думал, что такое изобилие. Причем там вот вообще там какие-то игры. Там вдали игры. Пляски. Прекрасно. Прекрасно здесь стало. Достаточно высоко? Дойди в воду. Окей. Я просто уже 15 минут ее катаю. Все, накаталась? Прекрасно. Это чудо. И побежала куда-то. Такой жесткий разговор у них с детками. Мы захотели сходить на уточек, на катамараны посмотреть. Идем. Ну как идем? Я иду, она плывет. Вот мы уже почти подошли. Я даже не знаю, тут можно. Наверное, можно. Вот по газонам там ходят. Значит, мы пойдем. По газонам. По газонам, да. Пойдем сократим путь. Что-то там никого нет. Мне кажется, они не работают. Они не работают. А потому что никого нет. К ним. Я тоже хочу к ним. Но там, но там никого, видишь? No trespassing написано. Газона нельзя? Нет. Не пустят нас туда. Вот эта вот табличка, это все просто не проходить. О, какой там блестящий. Отпусти. Отпустить тебя? Серьезно? Ну-ка. Ну-ка. Оп. Только осторожно, там вода. Не бултыхнись туда. Эй, туда нельзя проходить, Кир. Видишь, написано на утро спас. Погладить. Погладить? Что? Что? Нет, погладить не получится. Он гламурный, видишь какой? Так, ну я понял. То есть уточек надо, наверное, в другое время просто приходить, Кирусь. За уточками. Ну, уже из-за того, что 6 вечера, наверное, дядя, который специально обученный здесь, раздает билеты, билетики, наверное, уже ушел. Ну, вот так вот. Идем обратно тогда кататься. Ты высоко ползешь? Да не, ты бы не упала. Папа тебя стащил. Куда-то ползет. Да ты ползуха еще там. Давай, раскачаю тебя. Давай. Ай, Кира! Споткнулась.
Нормально все? Боец. О. Все, спрыгнула? Так как еще? Кир, ты уже 5 раз прыгнула. Пойдем уже домой. Уже все по чуть расходятся. Давай, последний раз и пойдем. Вообще, лучше всех. Вот это был супер прыжок. Я такого еще не видел, Кира. Это было вообще волшебно. Что? На ручки. На какие ручки? На плечики папе. На плечики папе? Может, дойдем тут как бы до машины вообще чуть-чуть? Нет. На этой ноте надо заканчивать.